что это? Это Гарри Свод, пацаны. Ху-ху-ху-ху! Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Дарк Драгон, Тимофей, Тим Куёка, Гусь, Крошка, Бульбазавр, Радекс, пацаны, поздравайтесь. Привет. Всем привет. Здорово. Привет всем. Я мастер фриза. Ребята, вышла очень классная карта, где очень большое кольцо и посередине огненная лава. И как вы догадались, сегодня мы будем скидывать друг друга в лаву. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, выживет сильнейший. 3, 2, 1. Погнали! Ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Любой может зайти, угарнуть и записаться. И кто, для тех, кто... Танки, еще раз повторяем, да? Да. Тихо. Хотя в лаву легко скатиться, но знаете, как подкидывает так? Вот толкает. Тихо, крыса. Едрить, как вы катаетесь, интересно. Так, приостановимся. А что, уже кто-то умер один, да? Да, есть. Отлично, первая жертва есть. Еночек. Потому что я улетел. У нас такие машины прикольные, сосисочки. Сосиски. Лава так подсвечивает. Опа, та штука выехала, значит она может скинуть. Тихо, псих. Я единственный туда толкаюсь. Тихо. Она скатывается, блин, она еле-еле едет. А успокойся, псих, я тебе сосиску хочешь продам? Хот-дог будешь? Дима, здесь псих катается. Пока мы здесь просто катаемся, ничего не происходит. Давай перемирим. Да не, я тебя буду скидывать, у тебя кто там стоит, зашкерился? Или там никого это нету? Я. У кого запасной кетчуп? У меня кончик. Да давай, мне газуй. А все, мы здесь застрялись. Включим фары, чтобы лучше видно было. И, ребят, чтобы у многих не было вопросов, типа, как засняться с Димой и где его сборка находится, вся информация в закрепленных сообщениях в Дискорд-сервере. Поняли? Молодцы. Хорошо. О, гобра летел. Да хватит меня... Тихо. Блин, а чего вы, пацаны, не хотите скидываться, не? Я сильнее сосиски. Ой, врезался. О, Дима. Да не, я Дима. Отлично, война, Дим, будет. Так, отлично. Вот этого зацепили и потихонечку тащим его вниз. Помогайте скидывать его. Молодец, пристраивайся. Все, отлично, ушел. Получился маневр. Ай-яй-яй, нет, а не надо, пожалуйста, я тебе хлеба дам. Ой-ой-ой, вот это жесть. Знаете, как есть битва роботов? Есть мать-танк приходит и начинает всех скидывать. Да. Выживет сильнейший. Кто останется последний, тот лучший. А я помогу ускорить процесс. Первый пошел. Так, иди сюда. Что там, зачихал двигатель, да? Дим. Пока, Дим. О, я тебя вижу. Дарк Драгон, ты мне нужен. Иди, пустите. Ох. Дарк Драгон. Дарк Драгон, иди сюда. Иди, чмури в жопу! Бум! Вот это загорнул! Я успел. Ну чё, ребята, будем вас скидывать сейчас потихоньку. Вижу двоих целей. Бум, первый ушел. Я не уйду. Ты умрёшь, я тебя скину, подлец. Пока, Дим, не надо, я тебе хот-дог дам. О, хорошо, давай. Подожди. Маленький хот-дог, прощай. Эй, хот-дог, говорю, маленький. Как тебе хот-дог, как говорится, он сказал. Отлично. Так, танк, ты еще мне не... Ну, танк. Танк. Как опа, тебе? иди сюда. Отлично, подловили. Ты что, мне решил затаранить? Да, это... О, это ты? Ты же упал просто, нечестно, ты же упал. Кто упал? Это... Ну, нет, уже не считается. Да, ну, вы... Ну что, подлец этакий. Прощай. Нет. Блин, хотел тебя расплюснуть. О, ты на колеса встал? Да ладно. Нет. Отлично, едь туда, едь. Тормози. Отлично. Ребята. Ого, да не надо меня скидывать. Мы же должны их скидывать. Промахнулся. Я один слот. Я понял. Ого. Это жесть. Так, подождите. Где моя машина? Больно же. Ну что, Дарк Драгон, ты где? Вот это ты?
Дима, не смей. Да, это я. Ой, красиво, ребята, видели, как я его скинул? Это еду, которая это я, все, это вот я. Ну чё, кто остался последний? Я. Нет, вас двое, вас двое. Я просто проиграл вообще-то, не считается. Я не перевернулся. Ты упал в лаву и умер. Да, я выиграл, получается. Ну, выиграл. Так, так, стойте. Надо подловить этого. Так, подожди, вот, ты. Падает. Вижу, на танках, пацаны, лупаш. Драгон, это ты едешь возле зеленого? Я вот еду. Тебе зеленого, да, я. Так, догоняем. Так, Драгон, как ты думаешь, сколько тебе времени получится так убегать? Я уже долго. А, ну я тебя догоню, я же на танке. Все, я уже. А, все, тебя под... Ого, ты умер в машине? Я умер. Ого. Да, это я был. Дарк Драгон, получается, ты лучший? Да. Ну что, давайте теперь сделаем так. Я буду один на машинах, а вы все на танках. Давай. Пацаны, 3, 2, 1. Можете меня скидывать. А ребята, какой? Один против всех. А ты какой из танк? А я не танк, я на легковухе. А, ты на легковухе? Да. Я взял быструю машину, чтобы меня не могли поймать. Я вставлю. Запорожец вонючий, отвали. Я думал, я упаду. Да нет, ты меня не сможешь догнать, я очень быстрый. Я тебе по второму кругу буду делать. Смотрите, как я еду, пацаны. Что это? Это Гарри Смот, пацаны. Кто еще может по стене ездить? Только я. Я попробую. Ах ты тварь, это же нечестно. Вот это ты меня подловил. Смотри, я тоже по стене еду. Так прикольно, теперь можно сваливать. Видишь, танк едет по стене? Опа. Офигеть. Смотрите, видите танк? Опачки, прям повыше, повыше. Ой, что у вас там происходит? Ха-ха-ха, мы по стенам ездим. А какого фига? Ха-ха-ха! Я сейчас стрелять начну. Не, давай лови. Я буду стрелять так нечестно. У тебя пушка тоже. Смотри, как я лупашу. Вот это скорость. Вообще. Щенок, вонючий. Не догонишь, у меня очень быстрая машина. Еще одного догоня. Вы меня скидываете или по кругу катаетесь? Я что-то не могу понять, тут танки было столько много, а сейчас машин легковых что-то. Но они не знают. Ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй, машина! Заводи, родная! Уже двигатель горит, огонь идет. Это специально впрыск нитро. Папа. Ой, блин, в эта штука вылезла, обманка. Отвали, я знаю, что ты можешь. Ну не в этот раз, чувак. Не в этот раз. Отлично, ребята, я пока мест долго выживаю. Ё-моё. Нет, работает. Давай, родная, движочек. Спасибо, с толкача уже заведется. По приказу генерала Гафф приказываю стрелять. Не, пацаны, у меня такое лицо грустное, не стреляйте. Что будете делать? Что-то я не вижу, что вы там делаете. Отлично. А, не отлично. Пока. Нет, не пока. Я стреляю. Все, я больше не могу. Ну что, Дарк Драгон, давай теперь ты один, а мы против тебя. Давай, сейчас мазим какую хочу. У тебя есть 10 секунд, не спеши. Ладно, 10 секунд. Все, какую ты взял машину? Спортивно. А я не вижу, дед. А я вижу тебя, вижу. Со спойлером, да, у тебя? Да. Там уже танковый, ребят, смотрите, сколько валяется. Так, не вижу, не вижу. Вот он. А, нет, это не он, это не он. Так, ну что, ловим машину со спойлером. Бу! А, ты взял, которая не разбивается, ах ты хитрый. Нет, больно вообще, ты не бьешь. Жизнь, да, зато тратится? Отнимаешься, да. Ты можешь не... И люди могут меня убить, что прикол. Так, хорошо, давайте тогда будем пытаться его скинуть. Давайте в лаву скинем, пацаны, его. Переворачивайте, а я на танке приеду, скину его в лаву. Давай, Тим. Хорошо, разгоняемся. Полетели. Что этот танк может? Вижу. Ух, не успел. Просто по кругу буду гонять. Гоняй. Это до поры до времени. Ох, блин, не успел. Да ты зараза, как тебя подловить? Ребят, сейчас подловим, по красоте все будет. Я на... Он меня
везет. Куда? Давай, Дима. Есть, есть, есть. Блин. А я гений. Хорошо, хорошо. Два танка. Есть! Есть пробитие! Дардрагон, сегодня мы играли с тобой наравне. Не хочу признавать свое поражение. Ребята, если понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Вам всем отличного настроения и пошли мои ролики. Еще. Давайте бомбочку взорвем. Не надо, мне так надо, прощайте. А где бомба-то?